Трекография, штампики, монотипия, ниткография и наброски. Этим техникам рисования была посвящена встреча по интересам, прошедшей в Химках. Провела ее художник и педагог Ирина Илларионова. Мастер рассказала участникам отдельно обо всех техниках, а также продемонстрировала свои работы. Примеры работ, которые может после нашего мастер-класса, надеюсь, это вам пригодится, и вы сможете уже дальше фантазировать и использовать эти техники в разных созданиях, как пейзажей, натюрмортов, даже портретов. А после непосредственное обучение. Чтобы сделать необычные узоры, нужна лишь нитка и краска, а дальше все зависит от фантазии художника. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmihimki.ru.